Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом мы собрали 1500 лайков. Давайте в этот раз побьем этот рекорд и в честь Нового года сделаем максимальное количество лайков. Поставь лайк на этот видос, и твой Новый год будет лучше предыдущего. Обязательно это сделай. Но если проигнорируешь, то, конечно, не будет. Поставь лайк, дружище. Вот с каждым разом, как я захожу в игру, она становится все круче, плавнее и играбельней. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру One State RP. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят и дернуть ручник. Йоу, как видите, ручник я уже дернул. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое, следующее бомбическое видео. В общем, ребята, сегодня я хотел все-таки заценить, какой тюнинг можно сделать на Cadillac. Да, ребята, у нас выходили крутые бомбические обновы в игре, о которых вы могли не знать, не заметить и, собственно говоря, прочие вещи. Но сейчас я вам все покажу. Мы подъехали к вот этому автосервису, где мы сможем сделать тюнинг. Тюнинг салон. Поэтому давайте, ребята, заедем в него и глянем, что там есть. Воу, ребята, смотрите, куда мы сейчас только что зашли. Вы видите, что это такое? Это One State, дорогие друзья. И тут много чего есть интересного. Для начала я хочу просто глянуть на цвет и что из себя тачка представляет. Ё-моё, как же это красиво вообще смотрится сама по себе автомобиль. Вот просто взгляните на вот этот автосалон. Просто вот что вокруг него. Это вот действительно четкий гараж. Он выполнен намного лучше, чем симулятор автомобиля 2. Вы понимаете, насколько сильно игра уже развилась и развивается по сей день. Каждый день обновления просто выходит в ней. И ну реально вот прям кайфово мне, как по мне, играть. Вот смотришь на это все и реально кайфуешь вот по сей день вот просто. И давайте взглянем все-таки, что тут нам добавили, дорогие друзья. А тут много чего. Во-первых, мы можем установить вот такой вот тюнинг, чип-тюнинг. То есть мы установили двигатель, что-то еще, все, деталей у меня больше нет. Только турбонаддув, да, мы сделали, я так понимаю, топ-эпическая деталь. А как она называется, я, ну, что-то не понял. Ну, по-моему, это турбонаддув. Дальше, ребята, давайте взглянем. Может быть, можно сделать рестайл из этого Кадиллака. Ну-ка, взглянем. О-о-о, вот это бомба. Вот это просто бомба. Блеск, 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 ребят. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Я хочу это, я хочу это. Посмотрите, какой бомбический тюнинг мы сделали Кадиллаку, ребята. Вот в какой игре? В какой игре еще можно сделать настолько, настолько прекрасный и вот максимально рестайлинговый тюнинг? Ребята, мы сейчас сделаем турбопушечный Кадиллак. Я даже не знал, что... Ё-моё. Разрабы, вам просто большой эпик, спасибо. Подождите, а я что, не могу его купить? Я думал, что не могу его взять совсем. Я не пойму. Я хочу сделать турбо Кадиллак себе. Репутация. Подождите, а мне что, нельзя это делать? Мне нужно серьезно добивать вот эти вот огоньки, и тогда я смогу это сделать. Ребята, это нечестно. Это нечестно. Я настолько удивлен от того, что в игру добавили, завезли настолько крутой тюнинг, что я в шоке. Но мне игра запрещает их ставить. То есть я диски могу поставить любые, но у меня диски есть уже. Я пока не хочу себе ставить другие диски, но... Эй, разрабы, почему так? Почему я не могу вообще поставить тюнинг? Ё-моё, а как мне копить их? Я забыл совсем, ребята. То есть мне нужно накопить эти огоньки, и только после этого я смогу купить себе такой вот обвес. Очень, конечно, это весело. Мне это вот действительно прикалывает. Но, ребята, ну как по мне, это, конечно, круто. Это круто. Древо развития. Но надо поглядеть вообще, где находится эта информация.
А по поводу этих огоньков, я что-то уже забыл, как именно их копить, как их именно фармить. Но, блин, как по мне это круто, но я не могу их поставить. Я просто реально в шоке, дорогие друзья. Это действительно не круто. Тут чуваки, не знаю, что-то реально решили подсуетиться из-за чего-то. Что происходит? Что происходит, мужики? А ну успокойтесь, не надо что-то творить. Что? Расходитесь. Вот это я понимаю, у них тут какая-то разборка, все, и чувак по ГСУ. Да не надо, не стреляй ни в кого, не надо. Все, разъехались по газам, все. Вот это я понимаю, что за суета тут происходит, блин. А как, собственно говоря, подожди, давай я у этого чувака. Бро, остановись, бро. Ё-моё, я хочу спросить у него, так. Бро, ну подскажи, слышишь, я вот что-то забыл совсем. Подскажи мне, пожалуйста, а как набивать эти огоньки, которые в тюнинге есть? Я вот что-то совсем забыл. Я просто хотел купить себе обвес, а смотрю, бац, там недоступно почему-то. И как сделать, чтобы доступно было? Просто я реально не понимаю, и как это сделать? Ну, блин, это на самом деле не круто, но чувак, видимо... Ау, бро, ты тут еще или нет? Походу, конечно же, он, не знаю, видимо, вышел или, не знаю, что-то думает. Но, блин, это действительно очень круто. Так, надо будет обязательно прочитать... А, вот, не, я понял. А как получать эти огоньки? То есть чисто прокачкой? А, ладненько, вот это я понимаю. Да, ребята, короче, нужно будет фармить огоньки, и мы сделаем реально... топовый Кадиллак. Пока что, конечно, мы будем ездить на простом Кадиллаке, но я думаю, что в скором времени мы уже сможем накопить и сделать действительно крутой чемп-тюнинг. Но, ребята, главное, это что One State — это первая полноценная ролл-плей игра на телефоны и планшеты, написанная на собственном движке. А физика и графика в игре — это абсолютно новый уровень и новые технологии. Игра сделана на собственном движке с нуля, что позволяет делать очень крутую графику и физику. И, например, Red Gold, то есть подвижность персонажей. Также в игре очень приятное освещение. Вы можете это заметить ночью. Вот как у меня все в игре вот происходит. Все как красиво, как все четко, гладко и максимально круто. А также, ребята, самый главный плюс игры — то, что в нее можно играть с друзьями. То есть у них написан уникальный сетевой движок, который может держать сотни онлайна на карте и давать совершенно новые ощущения от игрового процесса. А также, ребята, что самое суперское, то, что доступность как на iOS, так и на Android, то есть игра полностью поддерживает айфоны, Android, смартфоны, айпады и планшеты, благодаря чему One State может играть действительно каждый и подойдет абсолютно любой девайс, потому что с помощью гибких настроек графики ты сможешь настроить графику так, что ни на каком слабом телефоне она даже лагать не будет. Если какие-то есть какие-то лаги, то это скорее всего баги при монтаже, потому что тут ничего такого я не замечал. Также, ребята, игра абсолютно бесплатная и совершенно без какой-либо рекламы и всплывающих окон во время игры. И уникальная карта Лос-Анджелеса тоже радует. Поэтому, дорогие друзья, обязательно переходите по ссылочке в описании, качайте One State и играйте вместе со мной. Игра действительно крутая и очень топовая. А кодовое слово — обвес на Кадиллак. Все, кто напишет, попадет в следующий ролик. Всем до скорых встреч!